Всем привет, с вами канал Дипу по полочкам. Здорово, Рэкви, здорово, Вирекс. Здорово. О. В этом видео мы вам покажем дюп на версии 1.16.5. Только что вы на экране видели аналог этого же дюпа на старой версии, на версии 1.0. Сейчас мы на 1.16.5. И дюп, который мы сейчас покажем, также работает от версии 1.12.2, ну и выше. Для начала нам понадобится элитра. Давайте возьмем ее, дадим нашему подопытному. Берем. О. И также нам нужно сделать фейерверк с бомбочкой. Бомбочка делается очень просто, можно взять порох и любой краситель. Теперь наш подопытный, либо живые, должны взять элитры, допустим, цены резкие не будет. Давай возьмем шалкер, набьем его также ресами. Вот мы набили наш шалкер ресурсами, сломай шалкер, забери его. И я его забрал. И на фейерверке с бомбочкой, вот они. Вот вы видите на экране. Инвентарь от лица Рэкви. Теперь Рэкви должен взлететь на элитрах, используя фейерверк с бомбочкой, и буквально через секунду выйти из игры. И мы посмотрим, что же будет. Сейчас, подожди, я взлечу. Давай. Ша. Вот он вышел и умер. Вещи разлетелись, мы видим это в чате. Вон все вещи валяются, заходи. И вот вещи остались при нем же, и он как бы не умер. Давайте посмотрим. Шалкер. Скинь свой шалкер, у тебя в инвентаре есть, я уверен. И вот шалкер от лица Рэкви, и он такой же. Это работает так, что когда вы взлетаете на фейерверке с бомбочкой, и у вас мало хп, то вы должны через некоторое время, 2-3 секунды, умереть. Но вы выходите в это время из игры и как бы умираете, но и в то же время нет. Это... Рэкви Шрёдингера. Да, Рэкви Шрёдингера, реально. То есть, как бы, ваш инвентарь выпадает, но также на вас остается, как вы это уже и поняли. И вот так вот вещи дюпаются. В принципе, все довольно просто. А, ну да, конечно. Всегда этому можно какую-то альтернативу найти. Вот как прошлый дюп с эндерперлом был. Он работает абсолютно идентично. Важно найти какую-то вещь, которая как-то цепляется именно за игрока. Ну, например, вот... Как вот эндерперл? Ты используешь? Он тебя телепортирует, и в это же время он тебе как бы наносит дамаг, его тебя убить может. И наверняка в других модах, в разных версиях, есть же такие же примерно вещи, как тот же Эндерперл или Фейерверк. Прощание от Рэкви. Поехали. От меня, чел. Ладно, короче, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в Дискорд, там можно общаться. Ставьте лайки, пишите комментарии, отвечайте на комментарии, лайкайте комментарии, смотрите другие видео, смотрите комментарии от 4 слов, лайкайте комментарии от 4 слов, пишите комментарии к комментариям от 4 слов. На этом все. Всем спасибо, дюпайте, всем пока. Всем пока.